торговый центр «Премьер», рязанский «Барс» и «Барс Премиум», а также «Виктория Плаза». Это только 5 крупнейших точек в железнодорожном районе города, которые будут проинспектированы. С самого утра социальные сети заполонила информация о проведении учебной тревоги в различных крупных центрах Рязани. Например, в «Премьере» люди эвакуироваться не стали и продолжили делать покупки. Также, по словам очевидцев, сработали не все датчики противопожарной системы. Проверка продолжилась в торговом центре «Виктория Плаза». Началась она, как и обычно, с осмотра всей документации по пожарной безопасности. И документы организационного характера, приказ назначения лица ответственного за пожарную безопасность, инструкция мер пожарной безопасности, прохождение пожарно-технического минимума, журнал предпожарного инструктажа, журнал учета огнетушителей. Проводит проверку прокуратура города Рязани. А сотрудники МЧС выступают в этом вопросе специалистами. С инспекцией в торговый центр приехал начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. Долго церемониться он не стал. И сразу же приступил к проверке работоспособности пожарных рукавов и огнетушителей. Давайте открывайте. Результат – все работает исправно. Следующим этапом стала проверка диспетчерской. Здесь присматривались ко всему. Работоспособность датчиков системы оповещения и даже проверили соответствие номеров экстренных служб города. Также сотрудники торгового центра просили рассказать о действиях во время получения сигнала тревоги. И он срабатывает датчик с указанием конкретного места. Загорается красным светом. Идет звуковой сигнал оповещения. Сработал такой-то датчик там-то. База подает, в смысле оператор подает команду охране, охрана бегом бежит туда. Сотрудники МЧС отмечают и записывают все выявленные недостатки. По словам Сергея Филиппова, пока их немного, но каждый из них важен. Один из недостатков, это типовой недостаток, к сожалению, что сообщают сначала руководителю, бегут смотреть, а потом уже вызывают пожарную охрану, а минуты уходят, понимаете? Всего в Рязанской области планируется проверить 50 крупных торговых объектов, 38 из которых находятся в городе. 28 марта прокуратура города Рязани совместно с сотрудниками МЧС уже побывала в Барсе, Премьере, Глобусе и Леруа Мерлен. К сожалению, практически в каждом торговом центре были выявлены нарушения. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».